Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас, как обычно, утренний обзорчик. Немножко делаю перестановку, хочу рестрим делать через второй комп, поэтому, если что-то не так, сори. Пока в донастройках, поехали делать. Начнем с английского сервера. Посмотрим, что там у нас интересного сегодня есть с утра. New Month's Pack. Crystal Race. Понятно. Скрэп. Хэдшот. Нифига себе. Мэри. Офигеть, сколько плюх. Айс Леди. Валентин Бокс 60. Гель. Так, оленя. Настолочка. Второй день. Да, неплохо. Хватайка. Воу-воу-воу, ничего себе. Сегодня прям день каких-то супер-мега жестких плюх. Так, пока не буду менять. Accumulation Bonanza. Че по ивентам? Разбей яйца. Ну, такое себе. Пиратик. Странно как-то. Так и не поменяли. Как-то странно плюхи позапускали, кстати, сегодня. Так, опять зефира словили. Билд пак. Интересно, что-то поменяли. Нифига не поменяли они толком. Все то же самое оставили. Может, в большом что-то изменили. Не, нифига. Короче, все то же. Фортуна. Поехали глянем, что интересного на рынке есть. 40 осколков уже продают за 20 баксов. В цене просто бешено упал герой. Так. Лисичка за 50. Да, однако. Айс Леди. 100 осколков. И 200 пыльцы. Неплохо. Тридцатидневный, блин, офигенная. Смотрите, Мишаня. А ну, кстати, я Мишаню не помню. Мы там с Мишаней. Нам Мишаня недостающий как раз. Правда, нам и Айслейди надо. Да, Мишаня у нас недостающий. Айслейди недостающая. Блин, нифига себе. Жестко. Неплохо. Жалко нету этого. 1 плюс 1. Было бы круто. Чтобы 1 плюс 1 и вот этот вот пак. 100 осколков. Вот тут 20. Но тут есть пыльца, которые нам надо для добычи. Ну, такие расходники вроде неплохие. В общем, ладно, поехали дальше. Чекнем, что там у нас сегодня на немецком сервере интересного. Ну, скидки просто мега бешеные. Странно очень. То ли будет вообще жесткая обнова. Так, седьмой день у нас. Валентина. 100 осколков. Ну, все остальное то же самое. Так, так, так. Так, так, кстати, сейчас глянем. А, я вчера ударил. Островок забираем. Смотрите, как здесь зефир просто кайфово падает. Пыльцы больше у меня нет. Да, неплохо. А что тут по акциям? Накопление. Скины. Никаких халявных плюх нету. Вот здесь карту, смотрите, как продают. Стабильно на других серверах. Такое ощущение, что эту карту сделали именно для немки. Правда, вот герой здесь вообще дофига стоит. Как-то странно. За питомцев. Ну, тоже относительно неплохие плюхи. Мешки зефира. Три, правда, первых. Но хоть какой-то шанс его дособрать есть. А, так, поехали. Глянем, что у нас на Тайване интересного. И сегодня у вас будет еще пару интересных видосов по других серваках.
примера турецкого. Такс. Что у нас тут есть? Накопление. Возможность собрать зефира. Тоже дороговато. Но турецком в 3 раза дешевле. Вообще просто жестко. В 3, ребят. Не 1, не в 2, а в 3. Так, пират. Понятно. Так, сегодня еще конкурс на аккаунт Абрикоса. Ждите видосик, тоже отдельно сделаю. Может, и на стриме разыграем. Посмотрим, как будет по времени. Такс. Необычное накопление. Разбей подарки. Тут сокровищница, оленя. Настолка. Чик. Пазлик. Пазлик можно менять на скин. Собери картинку, хватайки нету. Так, парящий остров. Как обычно, попропускал. Собери сам. Собери сам. Интересно, что на русском сервере. Вот то же самое, что и на английском. В принципе. Обычные расходники, карты. Здесь классно то, что можно скины дособирать. У нас на английском сервере такого нет. Так, ну поехали. Зато там свои прелести. Два кристаллических и пандочка. Так, сейчас я открою. Досики вчерашние. Немножко не тот канал мой. Настроить OBS на втором компе, а оно автоматически перетаскивает полностью все настройки, поэтому придется делать настройки для двоих. Так, комментарии. Так, это 13-я угадайка у нас сегодня. Второе, 2000. Хорошее этот число сегодня. Так, комментарии. Кристаллический панда-разрушитель. Шимпанда. Так, панда синяя слизь наемный. Очень рядом. Панда Махатма оборотень. Ну, почти. Палач, синяя слизь, панда. Два синих слизня, панда. Вот есть. I'm Lonely Dream. Так, сейчас попробуем тебя найти. Фиолетовый, синяя. Тоже рядом. Да, есть, ребят. Есть сегодня победитель. Два синих слизня, панда. Подписки, нифига не сделано. Хоть плейлисты есть.
Castle Clash Modena у него так сделано. Ну, я ему однозначно отдаю. Да, последние даже видосы есть, красавчик. Давненько уже никто не выигрывал. Но, ребята, обязательно открывайте подписки на канал. Ну, он делает репосты, просто скрыто. Если делает репосты, значит следит. В общем, такой вот сегодня победитель. Я надеюсь, я с ним смогу связаться. Поздравляю. Пишите комменты, ставьте лайки. Побежал, буду его искать. Всем удачи, всем пока. Если не найду, не напишу, напиши. Я добавлю в избранное. Напиши на своем этом канале ВК, как с тобой связаться.